Минск принял вторые Европейские игры, крупнейший мультиспортивный форум континента, в котором примут участие 4000 спортсменов из 50 стран. А по столице продолжается движение эстафеты «Пламя мира». Это значит, что мы сможем получить наших поклонников рядом с Национальным академическим большим театром оперы и балета. Вот у этого театра уже собралось очень много людей, и каждый день может ощутить себя причастным к этому грандиозному событию. Здравствуйте, минчане и гости столицы! Мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии передачи огня «Пламя мира» вторых Европейских игр. Эстафета «Пламя мира» стартовала 3 мая в Риме. За 2 недели огонь побывал на Монблане, в Италии, Словении, Словакии, Венгрии, Австрии, Чехии и Польше. 12 мая началось путешествие по Беларуси. Всего же в эстафете «Пламя мира» принимает участие 450 факелоносцев, 100 волонтеров и 10 хранителей огня. Завершится эстафета уже завтра, 21 июня, на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске. Для приветствия эстафеты огня «Пламя мира» мы приглашаем генерального директора Большого театра Белоруссии Владимира Павловича Грядюшко. Дорогие друзья! Я искренне приветствую огонь вторых Европейских игр у стен Большого театра Беларуси. Для нас это большая честь и высокая ответственность. Мы являемся официальными партнерами вторых Европейских игр, участниками их культурной программы. В традициях Большого театра быть всегда со спортом, чтобы нашим белорусским спортсменам мы пожелали счастья в спорте, успехов и удачи на спортивных состязаниях вторых Европейских игр. Встречаем бурными аплодисментами огонь эстафеты «Пламя мира» вторых Европейских игр в руках хранителей. Борис Николаевич, вам слово. Вы знаете, я очень глубоко тронут, что огонь, который приходит к нам из Рима, который прошел через ряд европейских стран, пришел к нам на наш праздник, на спортивные игры, которые организовываем здесь, в Минске, в столице Беларуси. Представьте, труд спортсмена, труд артиста. Это прежде всего преодоление. Это огромная энергия для внимания. Я уверен, что проходит каждый спортсмен и артист очень трудную дорогу. И лучшие, кто доходит до финала, становится лицом страны. Я поздравляю весь наш народ и думаю, что этот праздник не только нашей страны, но и каждого конкретного человека, и каждой белорусской семьи, и каждого ребенка. Удачи нашим спортсменам! Прошу в храм искусств. Дорогие друзья, наступает кульминационный момент. Торжественная церемония зажжения факела «Пламя мира»
которые сегодня пронесут по Большому театру Беларуси. Снимали фильмы про все важные события, которые отражают искусство. Может быть, вас будет проходить что-то сделать про коронавирус, или как-то может с помощью балета мероприятия. Ну, я не думаю, что прямую, но опосредственно. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Послу доброй воли ЮНЕСКО по ВИЧ-СПИ Светлане Алексеевне Боровской. Так называемый поцелуй факелов. Символичный и очень красивый момент. Аплодисменты, друзья!
Светлана Алексеевна продолжает эстафету огня вторых европейских игр по прекрасному скверу Большого театра Беларуси. Давайте поддержим ее аплодисментами. Европейских игр. Эстафета по Большому театру оперы и балета подошла к концу. В следующий раз увидеть факел мы сможем на торжественной церемонии на стадионе «Динамо». Подписывайтесь на канал газеты «Горько», ставьте лайки и пишите комментарии.